Дорогие друзья, сегодня мне хочется с радостью вам рассказать о тканях аршанского льнокомбината. Меня попросили рассказать о них, привезли мне образцы, и я в буквальном смысле в них влюбилась, потому что настолько это пробуждает фантазию, желание творить, желание создавать что-то вот такое необычное, интересное, неповторимое, что я с удовольствием вам сегодня об этом рассказываю и пока буду показывать на конкретных примерах, на конкретных тканях, какой фасон кому подойдет. Посмотрите, очень красивый, тонкий, мягкий на ощупь, не такой жесткий и какой-то накрахмаленный вот этот вот лен. Посмотрите, какие у него краски. Вот это все одно свойство. Мне хочется показать вам эти образцы, потому что дальше я покажу вам, посмотрите, ткани-компаньоны, какие платья мы можем с вами шить, используя вот эти самые образцы. Сначала мы их просто вот здесь пролистаем. Есть и однотонные ткани. Вот из этой ткани у меня сшит халатик, я его очень люблю. Летом в нем очень-очень даже хорошо, абсолютно не жарко. Это лен, стопроцентный лен, плотность у него 185 грамм, ширина 150 сантиметров, есть плотность 170 грамм, вот, пожалуйста, оранжевая полоска, вот такая симпатичная, вот такая клетка, вот такие клеточки есть. И, что очень ценно, есть однотонные ткани, которые можно использовать в качестве компаньона, или просто однотонные ткани. Давайте мы их быстренько все пролистаем, чтобы вы имели представление. Вот это более плотный, 160 грамм, ширина у него 145 сантиметров. Вот это более плотный лен, на какие-то костюмчики абсолютно не будет просвечивать. Сделайте. Вот это 180 грамм плотность, это 190. Посмотрите, какие расцветки красивые, как можно их чудесно сочетать друг с другом. Вот это с этим, например, как-то складывается, это с этим складывается. То есть очень-очень красивые сочетания. Здесь другая гамма, более яркие краски. Посмотрите, вот это какое красивое сочетание. Зеленое и вот такое вот. Мне, например, очень нравится оригинально, да? Приобрести эти чудесные ткани можно в интернет-магазине, который называется «Артения». Находится он в городе Мурманске. Посылки отправляются почтой или курьерской компанией СДЭК. Доходят они очень быстро. В этом магазине есть огромный ассортимент натуральных тканей для одежды и для дома. Лен разного качества, костюмный, плательный, сорочечный. Много красивых принтованных тканей с эффектом мятости. Для дома есть льняной тюль, скатертное, вафельное полотно, ткани для покрывал. Команда интернет-магазина подходит к своему делу с любовью и большой ответственностью. Поэтому я думаю, что никаких проблем с доставкой, с получением этого товара у вас не будет. Пользуйтесь к своему удовольствию и покупайте ткани фирме «Артения». Итак, дорогие друзья, что можно сделать тканей аршанского льнокомбината? Во-первых, это платье из льна. Вот такое платье-рубашка. Платье-рубашка. Оно может быть выполнено. Хочу сначала показать вот те, что я не скомпоновала. Потом покажу те, которые я скомпоновала вещи. Да? Однотонная, пожалуйста. Вот в такую полосочку. Здесь застежка пола, рубашечный рукав, кармашки, простое прямое летнее платье. Почему нет? Как нам всегда хочется, чтобы вещи были летом удобные, не обтягивали нас, чтобы было комфортно, интересно и красиво. Затем, посмотрите, какая идея. Мне она очень нравится. Я с большим удовольствием это предлагаю, всегда об этом рассказываю. Когда вы делаете основу от плечиков до ваших пяточек, видите, тут брючный костюм, топик и брючки одного цвета, а поверх одеваете какую-то длинную рубашку типа халата другого цвета, и у вас формируется вертикальная линия, и вы становитесь сразу в два раза уже. Посмотрите, какой интересный момент. Да, здесь выполнено не из льна, но выполнено из льна, это будет ничуть не хуже вот такой комплект. Посмотрите, как много я вам приготовила разных-разных вот таких вот сочетаний тканей-компаньонов. И любую из них вы вот так вот выберете, и все это будет у вас замечательно. Ну и еще как пример вы здесь сможете посмотреть на то, какие ткани компонуются друг с другом, а какие уже не очень хорошо компонуются друг с другом. То есть привыкайте, должна быть какая-то насмотренность, чтобы глазкам это все нравилось.
Ну и давайте разбираться дальше. Что же мы можем шить вот из этих замечательных тканей, потому что я в них, посмотрев вот эти образцы, я в них буквально влюбилась. И с удовольствием, с большим удовольствием вам про это рассказываю. Посмотрите, вот какие платьица, да? Вы компонуете две однотонные ткани. Половинка такая, половинка другая. Ничего особенного, опять же. Обратите внимание, какой интересный здесь вырез, да? Нам очень просто технологически это выполнить. Манжетик поддерживает вот этот вот темную левую половинку, тоже очень уместен, тоже очень хорошо. И любое сочетание, которое вот здесь вот я вам сейчас расскажу и предложу, посмотрите, это все будет очень уместно и очень красиво. Выбирайте на свой вкус, на свои приоритеты на какие-то и пользуйтесь. Здесь представлено тоже из двух тканей платье. Здесь уже платье с английским воротником, с большим запахом. На запахе вот это платьице сделано. Тоже почему бы нам не сделать его из льна? На лето деловое, строгое такое достаточно платье. Не в обтяжку, удобное, комфортное и очень симпатичное. Вот тут оно представлено у меня покрепче. Мне нравится такая модель, поэтому я с удовольствием вам это показываю. Опять платье, рубашка. Любой лен, пожалуйста, можете взять тоже ту же полосочку, можете взять вот такую ткань, с рисуночком можете взять, любую ткань можете взять, или однотонную ткань, и тоже будет очень уместно и очень хорошо. Но это просто платье из однотонного льна, кулиска, большие накладные карманы, разрезы по бокам, уголочком вырез, спущенное плечо. Это ли не любимая наша летняя модель? Нам очень комфортно и очень хорошо в ней. Пожалуйста, шейте на здоровье, и пусть вам будет удобно и комфортно. Еще одна тема. Когда мы можем эту ткань замечательную сочетать с какими-то другими тканями, например, вологодское кружево вот вверху я бы, например, пришила, и вышивку внизу можно сделать. Опять спущенное плечо. Достаточно такое свободное просторное платье, удлиненное, чтобы вытянутый прямоугольник формировался, и отделано вышивкой. Посмотрите, как здесь вышивка расположена уместно. Однотонный фон, и на нем такие вот, пожалуйста, однотонный фон вот такой, да, и какие-то аппликации выполнены вот из, не обязательно эти маки вышивать, вы можете кружочки нашить, просто какие-то треугольнички, квадратики нашить в домашних условиях. Единственное, мне в этом платье не нравится, это вот голые плечики. Но голые плечики как-то, по-моему, это не очень серьезно. Я бы все-таки такое не практиковала. Вот эта идея мне безумно нравится. Темненькая, вот она, темненькая. Можно из этого цвета, можно из этого цвета взять. И светлая, наоборот, вот такая вот шикарная, абсолютно красивая колосками вышивка. Главное, что она расположена здесь очень уместно. То есть и по диагонали идет этот акцент, и чистенький вот такой вот спокойный верх, и разрезики внизу. То есть все выполнено с такой вот модельерской, что ли, точки зрения очень грамотно. И поэтому мне оно нравится, и поэтому я вам его показываю. Вот эта тема. Вологодское кружево плюс лен. Где хотите шей, где хотите, пришивайте это кружево. И вы будете просто уникальны, будете бесподобны. Мало того, что будет комфортно в жару, но еще это будет очень и красиво. Ну, конечно, есть у него недостаток такой, как его сминаемость, но, знаете, это не стоит обращать на него так много внимания сильно, только потому, что он сминается, потому что плюсов у этой ткани намного больше, чем минусов. Посмотрите, мне на этом примере хочется вам показать, что еще можно шить. Вот, пожалуйста, та же, допустим, у нас зелень почти такая же, да, там и там. Или вот такая вот зелень там и там. Но это, собственно говоря, может быть у вас и любой цвет абсолютно, да. Это летнее платье, пальто, которое мы можем надеть утром поверх какой-то другой одежды. Не куртку одевать, не куртку, не кофточку какую-то, которая разделит нас пополам, которая сделает нас больше, шире и, конечно же, неинтереснее нас делает, да? А одевать вот именно что-то такое удлиненное, как я называю пыльник иногда. Это все шьется без подкладки, может быть с пояса, может быть без пояса. Но утром, пока прохладно, вы надеваете вот эту вещь, днем снимаете и уже остаетесь летом в том, что вам нужно и удобно. И тоже как вариант, почему нет, посмотрите, как это уместно и как это хорошо звучит. Из любого материала, который здесь есть, это возможно выполнить. Но это классика.
классика тоже. Отрезной по середине. На талии, обратите внимание, легкая на юбочке сборочка идет, да? Не будет обтягивать нашего животика. Тоже карманы, тоже рукавчик 3 четверти, достаточно свободный. Чистый лен. Посмотрите, как хорошо, комфортно и удобно летом. Вот еще одна идея, которая мне безумно нравится. Это идея двух вещей. Внизу платье из льна, любое простое вы шьете, да? А сверху одеваете такой жилет типа фартука, который завязывается у вас где-то там на уровне талии, под мышками. Посмотрите, как это выглядит интересно. Это стильно, это необычно. Это для молодых, для креативных очень хорошо подойдет. Ну и нам, взрослым людям, это тоже, я думаю, ничуть-ничуть не помешает. Почему? Мы сейчас увидим об этом, это попозже. И, конечно, вот обратите внимание на те совершенно замечательные сочетания, которые мне хочется вам показать во всей своей красе. Вот, например, такое, да? Мне кажется, прямо вот один в один с тем, что мы видим на этом, на этой фотографии, да? Но это уже жизнерадостный такой летний вариант. Это уже такой тоже, тоже такой жизнерадостный вариант. Посмотрите, какие красивые краски. Какое на любой вкус. Яркое делайте ярко. Блондинка делайте более приглушенные, пастельные какие-то вот такие сочетания. Посмотрите, как интересно и хорошо будет у вас смотреться все. Вот моя любовь. Вот моя любовь. Посмотрите, нижнее платье без рукавов. Вернее, даже здесь не платье, здесь юбка, скорее всего. Это юбка. Юбка одета с оборочкой внизу, а сверху юбки одето платье без рукавов, но до талии у него разрезы. Вот такое вот, да? И когда мы смотрим на человека, если фигурка у нас полная, мы в эти разрезы видим юбочку, а то, что полнее, вот эта центральная часть вот такая спокойная, однотонная, это нас уменьшает в ширину, нет рукавов никаких. Мы будем уже, это очень идет любой полненькой девочке. Посмотрите, как это выглядит красиво, хотя на фотографии представлена у нас стройная молодая женщина. Но если мы не очень стройные, я думаю, это тоже будет находка. И тоже, пожалуйста, ткани-компаньоны, которые я вам здесь приготовила, во всей своей красе вы можете подобрать здесь. Ну и вот это. Здесь надо сказать, что вы можете верхнюю вот эту вот верхнюю жилетку или верхнее платье, как хотите назовите, с глубокими разрезами. От подмышки почти идут разрезы, от талии, чтобы талию не увеличивать, да? Вы можете сделать даже из трикотажного полотна, из того же какого-то. Не хотите делать из льна, чтобы вам не мялось это. Сделайте из трикотажного полотна, и тоже будет красиво. Внизу видно немножко нижнего платья, по бокам его хорошо видно, и рукавчики, или наоборот, нижнее платье трикотажное, верхнее сделайте из льна. Вот, еще один вариант. Вот полненькая фигурка у нас. И какое великолепное сочетание вот этой идеи, да? Здесь у нас сверху, это, скорее всего, платье так сшито, что у него вот эта вставка. А может быть, оно и тоже сделано. Нет, мне кажется, даже это совершенно отдельная вот такая вот сверху накладная вот такая вот деталь. Поддержали вот это воротничком хомутик вот таким. И тоже смотрите, какая интересная идея, которую мы можем выполнить вот из всего из этого. Ну и про это тоже вы сами видите, картинки наши говорят сами за себя. Давайте еще раз посмотрим вот эти наши сочетания, какие я вам тут подобрала. Посмотрите, на любой вкус, на любой вкус, я просто не устаю радоваться. Посмотрите, какое прекрасное сочетание тканей компаньонов, как они поддерживают друг другу, как много можно интересного насочинять вот из этого всего. Вот это. Но не шейте, пожалуйста, юбку и жакет из разного цвета. Не шейте, это уже неинтересно, это вас полнит, это скучно, это не нужно так делать. Делайте вот такие вот варианты, которые я вам сейчас предлагаю. Какие-то вот такие вот интересные, современные, стильные варианты делайте. И будет вам счастье. Вот, пожалуйста, тоже ткани компаньоны. Можно такое делать полненькой фигурки, потому что косое идет, по диагональке идет у нас пришит кусочек юбочки, еще и со сборкой. Однотонная ткань, она вся идет сверху вниз, и она тоже создает вертикальную линию, которая нас делает уже. Посмотрите, какое решение интересное. Давайте посмотрим еще на нашу красоту. Вот такая вот красота может быть. Ну вот почему бы не шить такое платье? У меня прям руки чешутся. Кстати, у меня есть вот такой вот из этой ткани, но мне только подарили вот такую ткань. Компаньона у меня не было, из Белоруссии привезла девочка.
мне подарок. Халатик летний, я его очень люблю. В самую жару я его всегда одеваю. Без рукавчика вот такой летний халатик. И наступит лето, я опять буду делать то же самое. И вот здесь посмотрите, какие сочетания. Прямо вот тон в тон вот к этому платьишку подходит. Спущенный рукав, V-образный вырез вот такой. Манжетики по рукавчику небольшие сделаны в поддержании вот этой юбки, чтобы был небольшой повтор. Очень деликатно, очень вкусно, очень интересно. И здесь посмотрим, что. Но это то же самое, я думаю, все понятно. Здесь как бы юбка. И сверху надевается вот такое вот платье, у которого отрезан вот так вот по диагонали этот низ. Тоже интересное решение. Почему нет? Главное, чтобы не было вот этой вот горизонтали на самом широком месте. Как обычно бывает, оденем юбку, сверху оденем какую-то кофту, блузку, так сказать. И эта кофта доходит ровно до самой широкой части на фигуре, до наших бедер иногда, да? И эта часть становится еще шире. Мало того, что два квадратика, так еще и акценты расставлены абсолютно неверно. Нельзя полненькой фигурке, если вы заботитесь о том, что вы полненькая, некоторые не полненькие считают себя полненькими, да? Нельзя делать горизонтальных акцентов. Вот, а диагональные вот такие, они очень даже уместны. Ну и, конечно, вертикальные акценты. Посмотрите тоже, какое решение. Вот, мои дорогие, что мне хотелось бы вам показать. Это все для полненьких таких девочек. Ну, пожалуйста, вот, а это какой замечательный вариант, да? Половинка платья такая, половинка платья такая. Вот вам лен, шляпка плюс к этому ко всему. И вы неотразимы, не забывайте про головные уборы. Не забывайте, из соломки шляпка летом или из чего-то похожего, это будет бесподобно. Тут вот сумочку она в руках держит, но я бы шляпку одела, но может быть и сумочка такая тоже подойдет сюда. Вот, вот такие вот платья, просто из какого-то набивного льна. Вверху, в верхней части у нас выполнены защипы. Вот такие защипчики выполнены. Лен прекрасный в технологической обработке материал. С ним работать очень просто и очень легко. Это не шелк, который выбивается из-под рук. Это не вискоза, это не трикотаж. Вам будет очень комфортно, очень хорошо работать в технологическом плане с этой тканью. То есть это тоже плюс. Ну вот это платье-сарафан, лиф без рукавов и дальше три яруса идут. Как про такое платье я уже рассказывала вам на ютубе. Кто-то захочет посмотреть, найдите, как рассчитать эти ярусы, какие длины там найти, от чего это зависит. Все это, какие прибавочки выбрать, вы все можете найти у меня на ютуб-канале. Ну и вот вам, пожалуйста, где-то у нас были вот такие вот сочетания, да. Пожалуйста, ну еще раз хочется повторить. Простое, совершенно интересное вот такое вот решение. Ткани компаньоны, очень люблю ткани компаньоны. Ну и вот нашим детям, нашим внукам, может быть, кто-то, да, даже вот этот желтенький цвет я сейчас вам опять достану. Посмотрите, какая красота один в один. Ярусное платье, халатик, да, застежка впереди на планочку, небольшой рукавчик. Здесь вот такой сарафанчик, вот в таком представлен виде. Это все лен. Это все лен, и посмотрите, как это стильно, как это красиво, как это интересно. Ну вот, мои дорогие, пожалуй, что и все, да, что хотелось мне сегодня вам показать. Еще раз, пожалуйста, хочу вам сказать, полистайте вот эти ткани, вот эти вот, просмотрите еще раз, какое замечательное сочетание, да, какие замечательные решения могут у вас быть. Не обязательно это все делать в однотонном. Когда ткани компаньоны вы используете, ваша вещь всегда выглядит более выигрышно и более эффектно. Посмотрите, какая красота может быть. Но помните, что основной ткани должно быть больше, причем гораздо больше, а ткани компаньона должно быть обязательно меньше половины. Лучше, если это будет четверть, одна треть, чтобы какой-то один цвет он превалировал, а второй как бы его немножко разбавлял и делал более интересными. Ну вот, мои хорошие, еще раз повторяю, ткани продаются они в Мурманске. Ссылка на сайт, на скидки, праздничные скидки до 10%, 10% по промокоду Галина, а на весь год для вас скидка 5%. Кто будет покупать и заказывать вот эти ткани, вот этот лен. Итак, желаю всем успехов, радости, надежды, с наступающими праздниками всех нас. И, конечно, впереди нас ждет лето. Шьем платье для лета. Всегда ваша Галина Коломейко.